Реконструкция улицы Ленина будет продолжена. Ее, возможно, перекроют на участке от Юбилейного моста до Ленинградской площади. Немного о самой реконструкции. Она будет уже не такой масштабной, как, по сути, перестройка Любинского проспекта. Основной вид работ – ремонт тротуаров. Их будут расширять, чтобы на улице было больше места для пешеходов. Об этом рассказали представители компании «Идеалстрой», те, кто будет заниматься реконструкцией. Также появятся наземные переходы и парковки. В планах новые фонари, озеленение и прочистка ливневой канализации. А вот ремонт фасадов останется на совести собственников зданий. Проект будет готов уже весной, а в это же время начнутся и работы. Закончится ремонт улицы планируют к 1 ноября, а Юбилейного моста в следующем году. Схемы планировочных решений были выполнены с целью сделать единой улицу, как от Ленинградской, ну, всю от Ленинградской площади до площади Победы в едином стиле. Также при разработке были учтены все пожелания общественности.